И более детально о ситуации в Беларуси давайте прямо сейчас поговорим с пресс-секретарем лидера демократических сил Беларуси Светланой Тихановской. Анна Красулина в нашем эфире. Анна, здравствуйте. Рады здравствуйте. Добрый день. Анна, ну давайте прежде всего начнем говорить о военной активности на территории Беларуси. Что известно еще на сегодня о перемещении российских войск? И много ли, собственно, российских солдат, раненых на украинском фронте, сейчас обслуживают белорусские медики? У нас таких данных нет. Насколько мы понимаем, в массовом порядке такого точно сейчас не наблюдается. То, что происходит обучение мобилизованных российских, это правда. Мы знаем, что теперь уже это обучение длится дольше. Оно, если раньше это было около 4 недель, то сейчас это 8-12 недель. То есть идет более серьезная подготовка. Это единственное, что мы можем сказать об их подготовке. Количество их не увеличивается. Поэтому это все идет, скажем так, в штатном режиме. То есть Лукашенко, да, обслуживает интересы Путина, интересы этой войны. Он является соагрессором. Однако с белорусской территории ни белорусские войска не готовятся наступать, ни российские пока тоже не концентрируются. Анна, ну вот мы знаем, да, что учения в Беларуси уже не прекращаются более года, второй год уже пошел, да. Что известно о настроениях белорусских военных? Они вообще в целом задаются сейчас вопросами, сколько это может еще продолжаться, и не устали ли они, собственно, от этих учений? Смотря о ком вы говорите. Если вы говорите об инструкторах, то они выполняют свою работу, получают за это деньги и, скорее всего, неплохие деньги. В остальном белорусская армия в этих учениях не принимает никакого участия. Они стараются разводить вообще белорусские части и российские, чтобы они не сталкивались. Потому что в те некоторые разы, о которых мы знаем, когда они столкнулись, происходили очень серьезные инциденты, которые грозят перекинуться, скажем так, на более широкие массы и белорусской армии, и российской. То есть их стараются вместе, нигде, чтобы они нигде не встречались. Поэтому для белорусской армии, скажем так, они не видят эту российскую армию. Они ничего о ней практически не знали бы, если бы не наши медиа, которые наперекор вот всей той пропаганде, независимые медиа, которые сейчас разгромлены, но они воссоздали свою работу за границей и работают на Беларусь, распространяя правдивую информацию, в том числе с нашей помощью, потому что мы для этого готовили всю базу их работы. То есть, Анна, вы говорите о том, что конфликты уже были, да, между белорусскими и российскими войсками? Были конфликты, были серьезные конфликты. И когда внутренние войска, которые пытались вмешаться и как-то разрешить ситуацию, приходилось ехать, если я не ошибаюсь, это был Гомельский, там старший, да, по Гомельской области. Это вот как он называется, наверное, областного управления внутренних дел начальник. Ну и кончилось это крайне неприятно для него. И было понятно, что российские военные, подвыпив, так сказать, и будучи в азарте, в таком раже, они не собираются подчиняться белорусским внутренним силам, внутренних войск. Поэтому это очень серьезно, и, может быть, ну, они поняли, что, скажем так, руководство режима пришло к пониманию, что не нужно этого делать, кончится это плохо. Знаете, что еще интересно? Вот основатель ЧВК Вагнера Пригожин заявляет о том, что до середины мая собирается собрать еще 30 тысяч человек в ряды своей компании. Были сообщения ранее, что его база строится в Крыму. Кроме того, о расширении частной армии «Градсервис», кажется, если не ошибаюсь, в Беларуси также ранее звучали сообщения. Вот расскажите, пожалуйста, что известно на сегодня о возможной вербовке наемников на территории Республики Беларусь? Вербовка идет, я вам скажу, по всему миру. Всем, кто хотел бы встать под ружье за хорошие деньги, это предлагается не только в Беларуси. Это происходит и на украинских территориях. Так что это примерно один и тот же сценарий. И если люди за деньги готовы продавать свою жизнь, здоровье и совесть, скажем так, то они вступают в эти формирования. И мы с вами ничего не сделаем до тех пор, пока у них будут достаточные ресурсы, чтобы нанимать вот таких вот людей, солдат удачи, которым не свойственно, скажем так, желание думать, понимать, что они делают. Они будут всегда, они будут находиться.
среди малограмотных, скажем так, но агрессивных людей. Поэтому наша с вами задача – ограничить поступление ресурсов. Именно поэтому мы призываем не сотрудничать ни с Лукашенко, ни с Путиным в этом вопросе. И мы говорим о том, что Лукашенко прикрывает интересы Путина, обеспечивает интересы Путина, в частности, как я вам говорила, на рынке продажи российских алмазов. Именно Лукашенко отмазывает Путина, что эти алмазы не являются кровавыми. Такой вопрос ставился в Кимберли-схеме. Это организация при ООН, созданная для того, чтобы деньгами от продажи алмазов не оплачивались вот такие вещи. Кровавые, несправедливые агрессии в отношении других государств. Есть такая возможность заблокировать продажу алмазов. Но вот Лукашенко, в частности, для этого используется Путиным. Они работают вместе, они обеспечивают эти ресурсы для российской армии. Поэтому наша задача — закрыть схемы вот эти все мутные, перекрыть потоки, санкционные и прочее. Именно поэтому нельзя выводить Лукашенко из-под санкций, потому что через Лукашенко в большой степени осуществляется обход санкций. Поэтому вот надо над этим работать, мы работаем. Анна, вот есть интересные заявления, да, из России по поводу Лукашенко. В частности, депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что у Лукашенко есть вопросы, к белорусскому диктатору. Дальше я процитирую. Лукашенко опирается только на поддержку России, но до сих пор не признал Крым и новые территории. Затулин, по сути, указал Лукашенко на его место, сателлита и вассала России. Вот как считает, будут ли дожимать Лукашенко по признанию Крыма, возможно, в какой-то письменной форме, и оккупированных территорий других, или потребует чего-то большего? Ну что значит дожимать? Смотрите, Лукашенко сидит в Беларуси только силами Путина, только обеспеченные ресурсами Путина. И поэтому они вместе проделывают очень много различных гешефтов, схем по получению ресурсов на вот эту войну и на продолжение их существования в качестве лидеров, правителей государств. Так вот, Лукашенко никогда не смог бы возразить Путину, даже если бы хотел, но у него нет такого желания. Их интересы абсолютно идентичны. Для того, чтобы заставить подписать его какие-то бумажки, признать, не признать, как вам сказать, это очень легко, в этом нет никакой проблемы. Просто Путину реально это не надо, потому что Лукашенко вот в этом качестве, он менее запачкан. С ним еще как будто бы можно говорить, о чем иногда, кстати говоря, украинские политики рассуждают, что Лукашенко вроде бы еще не до такой степени запачкан. И вот именно это его качество позволяет решать некоторые вопросы, как я вам уже сказала, и по алмазам это касается. И выведение, то есть и вот эти рассуждения о том, что они поговорили нам с Лукашенко, например, про санкции или про какие-то, еще какую-нибудь торговлю в обход белорусского народа. То есть именно в таком качестве Лукашенко более полезен Путину, понимаете? Именно поэтому он его так и использует. Если бы он ему был более полезен в качестве вот этого подписавшего документы, он бы это сделал. Тем более вспомним, что Лукашенко в Абхазию летом ездил, посещал эту страну, естественно, и говорил о том, что это часть России. Поэтому, как вам сказать, вот эта бумага, она яйца выеденного не стоит. Так что... Да, вы знаете, вы сказали о том, что разговоры ведутся в украинской политике, о том, чтобы вести разговоры. Мы понимаем четкую позицию Украины, мы понимаем точно и знаем, что белорусский диктатор принимает участие в этой войне вместе с Путиным. Он об этом открыто говорит, о том, что он не даст стрелять русским в спину, поэтому... Возможно, какие-то отдельные персонажи это говорили, но это не позиция Украины по отношению к Лукашенко. Мы это прекрасно также понимаем. Но все же, если говорить о той позиции, которая сейчас звучит в России, это пытаются сделать еще вид, что между Россией и Белоруссией есть некая дистанция? Смотрите, вот эта вся игра в то, что как будто бы Путин давит, а Лукашенко как будто бы упирается, она позволяет потом слоббистами работать на Западе, что вот видите какой, видите, Лукашенко еще обладает некоторой свободой воли для того, чтобы ввести или не ввести армию, например, белорусскую, в войну. И это означает, что как будто бы мы можем его чем-то заинтересовать, и он будет лучше упираться Путину. Вот для этого разыгрывается вот такая игра. Но это
рассчитана на таких не очень проницательных европейских политиков или тех, которые не очень следят за происходящим. На самом деле Лукашенко и Путин играют вместе одну игру. Они такие партнеры насмерть. Они никогда друг без друга, один без одного не сможет существовать. Любят ли они друг друга? Нет. Они друг друга ненавидят. Но это не, как вам сказать, но это такие друзья до смерти. То есть когда полетит один, полетит и второй. Они практически неразрывно связаны, их будущее связано. Поэтому они действуют вместе. Это вопрос их выживания, как минимум в качестве политических деятелей, а как максимум физически. Анна, как вы считаете тогда, какой была реакция Лукашенко на решение суда Гааги, который выдал бессрочный ордер на арест Путина? И в целом, как вы отреагировали в Демсилах Беларуси на такое решение Международного уголовного суда? Он очень нервничает. Я думаю, он очень нервничает, он крайне нестабилен. И зная, ну, кстати, мы и видим, что там в Беларуси сейчас с новой силой там вот эти репрессии все разворачиваются, то есть они в совершенной ярости. И учитывая вот психическое состояние Лукашенко, это, конечно, очень серьезный фактор. И я думаю, что нервничает и Путин, я вам скажу, несмотря на то, что как бы незамечен был в таких вот, но я уверена, что они нервничают. Особенно, знаете почему? Даже не столько из-за ордера, выданного в отношении Путина. Но там же есть второй ордер в отношении вот этой дамы. Марии Львовны Беловой, да. Да, я даже фамилию такую, знаете, не слышала до этого. Я не очень интересуюсь российским дискурсом вот в этих делах. Но вы представляете, она получила такой же ордер. Я уверена, что она была шокирована. Она никак не ждала. Вы поймите, вот человек живет, да, и они же только выполняют приказы. Мы же такие, мы только выполняем, мы же, ну, что такого? Вот Путин, вот там военные, вот, наверное, КГБ, а я-то вообще по правам ребенка. И вдруг, представляете, ей прилетает вот такой ордер, который означает, что каждый, кто сейчас так или иначе замешан вот в этих страшных делах, которые они делают, что каждый за это ответит. И вот тут, я уверена, щелкнуло у всех, не только у Лукашенко, потому что, понимаете, у всех их окружения щелкнуло, что опаньки, как интересно, хорошо, значит, в отношении меня могут вот такой же ордер выдать, и если потом, когда все это кончится, а это кончится, и все дело к этому идет, они это понимают, когда все это кончится, то тогда Лукашенко с Путиным найдут себе бункер, да, они его, по крайней мере, заготовили. Но у этих вот, у их окружения, как правило, нет такого количества денег, чтобы откупиться или где-то вот так засесть, залечь на дно. И это означает, что отвечать будут они. Как вот сейчас, не Путин ведь будет отвечать, а вот эта вот дама, которая, не помню, как зовут. И в этой ситуации тот же Лукашенко и тот же Путин, они и так боятся каждой тени. Они боятся каждой тени. Кстати говоря, очень даже, как это сказать, правильно делают. Потому что любая тень теперь для них крайне опасна. Потому что единственный способ избежать вот этой очень серьезной ответственности, на которую они натворили дел, это сдать вот этих вот зачинщиков этого всего, то есть двух диктаторов. То есть вопрос сейчас для элит, так называемых, они элитами не являются, но вот это их окружение, их подельники, вопрос для них сейчас очень остро поставлен, что, ребята, посмотрите, даже такое звание, как будто бы безобидное, омбудсмен по правам ребенка, она будет отвечать за все то, что она совершила. И это дополнительно крайне нервирует Лукашенко и Путина. Они и так не могут ни на что опереться. Под ними нет уже твердой почвы. А тут еще и последнее. То есть они каждый раз, представляете, разговаривая с каким-то из своих вот этих как бы генералом или каким-нибудь высшим чиновником, премьер-министром, не знаю, кем-то еще. И каждый раз они в его глазах пытаются прочитать. У него уже щелкнуло или еще пока не щелкнуло? Он уже прям завтра как бы готовит, или еще пока нет. Они и так, я понимаю, все время все находятся под колпаком, постоянно рыщут все эти спецслужбы, постоянно вот это все. То есть, как вы думаете, в такой атмосфере всеобщего недоверия, ненависти к друг другу, подозрения, причем теперь уже попадают очень часто под раздачу те, кто, они еще даже не подумали, но кто-то решил, что завтра он догадается, и его убирают. И мы видим, что происходит. То есть в этой ситуации, конечно, ну, Путин с Лукашенко — это крайне незавидная, но заслуженная ими доля.
Да, абсолютно с вами согласен. И согласен по поводу судьбы для той дамы, как вы сказали, Марии Львовой-Беловой. Придется отвечать за военные преступления, а именно хищение наших и кража наших украинских детей и депортация их на территории Российской Федерации. Это и является военным преступлением. Ордеры, как я уже говорил, выданы бессрочно. И рано или поздно действительно придется отвечать перед законом за содеянное. Анна, давайте обсудим еще следующую тему. Лукашенко пока еще хвалится дружбой со странами, спонсорами терроризма. Да, совсем недавно он заявил о том, что Тегеран стал для Минска надежным партнером, несмотря на разнообразные вызовы и сложности. Известно, что расширение идет экономического сотрудничества с Ираном, рассматривается этот путь в качестве обходного дороги обхода международных санкций. Вот как вы считаете, к чему может привести все-таки вот иранский вектор Беларуси? Ну, смотрите, чисто экономически это абсолютно провальная затея, потому что еще в 2006 году, да, они говорили о миллиарде, об обороте торговли на миллиард долларов. В 2007 Лукашенко говорил о 4 миллиардах, а сейчас они говорят о 100 миллионах. То есть, сами понимаете, что речь идет о сокращении, причем о резком сужении взаимодействия. Потому что политическая и экономическая модель, которую вот долгое время отстраивал Лукашенко в Беларуси, она абсолютно неэффективна. Экономически с ней сотрудничать смысла нет. Это поняли уже и китайцы. Потому что это стал логистический тупик после начала санкций, в который влез Лукашенко. И, в общем-то, они провалили всю эту, любые возможности какого-то экономического восстановления. И понятно, что ситуация крайне серьезно подорвана в экономике Беларуси. И России, кстати говоря, тоже. Поэтому, ну а что Тегеран? А что, чем может помочь Иран в этой ситуации? Попытаться провозить как бы через море там эти самые калийные удобрения? Ну это крайне сложно. Это очень удорожает этот товар. Так что, в принципе, они ничего на этой поле не заработают. Единственное, конечно, политически. Вот они показывают, что Лукашенко такой, а я вот тоже, вот Тихановская в США сейчас поехала, да, а я вот ее там, а в Лондоне была, так ее Борис Джонсон президентом-электом назвал, ах так, а я вот в Тегеран съезжу. Ну и показали, идет такой обрюзгший, старенький, толстый, сказала бы дядечка, если бы не натворил таких бед, да, как бы, ну вот такое существо, идет по красной дорожке, ну съездил, как бы, я тоже куда-то езжу. Вот и все, что они могут от этого получить. Потому что, в принципе, диктаторские режимы, конечно, тянутся друг к другу, но создать вместе, условно, из двух, как это сказать, неспособных государств одно способное у них не получится не так. Поэтому это абсолютно провальная затея. Ну, громкие заявления, потому что больше заявлять не о чем. Вот и все. Да, и не можем с вами не обсудить ситуацию, которая произошла в Гродно. Белорусские силовики сообщают о том, что ликвидировали там иностранного гражданина, который якобы приехал в Беларусь для совершения теракта и оказал им активное сопротивление этим самым силовикам. Кроме того, сообщалось о минировании дома губернатора Караника. Вот госсми молчат о подробностях, но, судя всему, по всему, что-то действительно случилось. Что вам известно о ситуации в Гродно? Ну, сообщение про минирование дома мне нравится. Пусть как бы работают дальше в этом направлении, рассказывают про минирование дроздов лукашенковских и прочих дел. Как бы только улучшают ситуацию. Молодцы. Работают, как это сказать, вместо нас. Что касается человека, которого убили, не убили. Дело в том, что мы не знаем. Реальных фактов у нас нет. У нас есть только рассказы, которые поступают нам от тех вот силовых органов, да, которые, веры которым нет. То есть мы не можем им верить. Мы знаем, что они лгут регулярно и постоянно. В частности, если вы помните дело Зельцера, который сентябрь 2021 года, по-моему, это был, когда силовики ворвались к нему в дом, к айтишнику, просто айтишник, ну они ко всем так врываются, 15, 20, 30 человек в день, врываются люди, кладут всех на пол, раскурочивают дом, уводят хозяев и сажают их потом на сутки или на годы. И вот вдруг этот айтишник достает ружье и дальше мы не знаем, что происходит. Мы на самом деле не знаем. То есть потом обнаруживается еще мертвый КГБшник.
И вот, учитывая, что никаких свидетелей нет, а жену Зельцера не просто похитили, забрали, но ее упекли в сумасшедший дом, то есть в психиатрическую лечебницу, таким образом, что даже адвокат, то есть ее не может видеть никто, в том числе адвокат. Человек никому не может рассказать, что произошло. И тут возникает все, что угодно, понимаете, под этим делом. Например, КГБшника просто тупо убрали, свои, к нам, например, сильно мешал, потом инсценировали такую вещь. Или, например, это был дружественный огонь, то есть испугались, что человек достал ружье, стали палить, застрелили своего. То есть тут вопросов много. И тут то же самое. То есть что мы видим? Мы видим только то, что были какие-то взрывы, была какая-то стрельба. И после этого нам предъявляют условно, даже, по-моему, мы не видели, да, тело погибшего. То есть и после этого мы не знаем, что произошло. Что это может быть? Да? Анна, вы знаете, вот 2 недели назад ведь Лукашенко заявлял о том, что по территории Беларуси прошли масштабные задержания. Тогда было очень смешно, что в подвале какого-то дома в Садовом товариществе они задержали молодого человека, причастного к событиям в Мачулищах. Вокруг него была оппозиционная якобы литература. Тут через 2 недели происходит еще одно задержание какого-то иностранного агента. Кажется, что это, возможно, некая информационная кампания по устрашению белорусов, что вот-вот здесь все и рядом близко. Вы знаете, она очень-очень такая беспомощная, если это кампания. Если бы это была кампания, это было бы сделано, ну, хотя бы на уровне «Беларусь» фильма, понимаете, отснято. Там, к сожалению, не знаю, там абсолютно беспомощные такие съемки, которые абсолютно, ну, как вам сказать, все сделано на коленке, тяп-ляп и очень быстро. Так что, в принципе, это прикрывает какой-то крайне нелицеприятный для них факт. Но они решили использовать это таким образом, да, что изобразить как будто бы некий шпион. Ну, то есть, смотрите, возникает ситуация, что кто-то отстреливается или отбивается, или, ну, условно, вышедший из-под контроля какой-нибудь сотрудник ЧВК Вагнера, которого, ну, не знаю, заподозрили в чем-нибудь, да, и он отбивается, например. Вот это я совершенно так вот. И после этого они пытаются вот на эту ситуацию свалить, навесить какие-то другие смысловые нагрузки. Например, что это мы поймали кого-то, кто имел отношение к вот этому повреждению самолета, который не удалось скрыть от Путина, теперь пришлось отвечать, пришлось отбиваться, как так, такая спокойная Беларусь, Саша, ты же говорил, что под контролем, а белорусы раз и опаньки, миллиардно-долларовый там самолет раскурочили. То есть, конечно, обидно. Говорят, в ярости был, да. Очень много, кстати, очень много новых задержаний в связи с этим началось. Огромное количество людей задерживается, подвергается пыткам. И после этого требуют так. Если кому-то расскажете, если выплывет информация наружу, то задержим вас, зятя, дочь, жену и всех. И поэтому сейчас информации о задержаниях мы вот одна за такой получаем мало, потому что людей прямо вот за распространение даже информации о задержании теперь уже сажают самих и еще их родственников. Анна, ну вот была информация, да, что да. Сейчас Лукашенко специально создал даже новое спецподразделение «Беркута». Там заявляют, что его задачами является борьба с некими диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями. Вот такие же задачи были поставлены перед другими спецподразделениями «Рысь», «Смерч» и «Честь». Какие на самом деле стоят цели перед этими спецподразделениями? Как вы считаете? Задачи все те же. Лукашенко хочет удержаться в кресле. Все. Это единственное задача. И больше всего мешает ему в этом белорусский народ. И больше всего он боится белорусского народа, которому ни в коем случае, как вот там какие-то подразделения типа теробороны создаются, ни в коем случае он не даст оружие, потому что он уже видел, когда абсолютно лояльные, отобранные по одному люди с этого завода колесных тягачей вдруг начали скандировать ему «Уходи». Вот этот страх, который он тогда испытал, весь ужас, он все время пытается заглушить в себе то понимание, что абсолютное большинство белорусов требует его ухода, и никто не готов смириться с тем, что он остается. Поэтому, конечно, он пытается за деньги Путина, с помощью там вот вооружений, получаемых из России, и различных новых там приемов, он пытается противостоять, пытается подавить
подавить то, что, в принципе, ну, невозможно подавить. Да? Белорусский народ, который не желает больше с ним жить. Но это для этого создается. Но и для самоуспокоения. Он думает, что если он обставится большим количеством военных, то это ему как-то поможет. Хотя мы с вами прекрасно знаем, что никакие военные в такой ситуации, особенно когда он, ну помните, да, его способ подчинения этих военных, это издать закон о том, что в случае, если военные или чиновники изменят родине, то есть ему, смертная казнь. Как вы думаете, насколько это хорошо мотивирует военных быть, как это, лояльными такому руководителю? Если все держится на страхе, то это вопрос, чего они будут бояться больше, да? Какой момент наступит, когда народ снизу, законодательство международное, да, или вот этот Лукашенко, слабеющий, и слабеющий Путин. То есть понятно, что в любой момент, как бы создавая все новые и новые военные вот эти формирования, в общем-то они подкладывают бомбу под себя, следующую, еще большую бомбу. Так что ничего их там не спасет и не удержит. А любое ружье, как мы знаем, оно рано или поздно стреляет. Да. Анна, спасибо вам огромное. Анна Красулина, пресс-секретарь Светланы Тихановской, была с нами в эфире «Фридома». Всего доброго.